Это страшно. Но нет у нас с вами выхода, как только прививаться. Мы по-другому не победим. И показали правду. Вот то, о чем я говорила, да, показали реальную правду. Как человек умирает, тот, который не привит, тот, который тяжело болел, и тот, который не обращался вовремя к врачу. Вот такие надо показывать. Страшные кадры, но они должны до глубины души каждого затронуть. Некоторые написали, что это постановка. Такими вещами не шутят.